Друзья, всех приветствую. Вот и прошло уже 12 месяцев, и сегодня делаю вам заключительное видео. Хочу показать результат, который был достигнут на этом объекте. Общее время выполнения работ заняло 12 месяцев. Немножко с опозданием это сделали, рассчитывали на 8 месяцев, но за счет того, что добавлялось постоянно дополнительные работы, немного срок увеличился. Как вы видите, мы находимся в центральной комнате. Здесь уже практически все работы завершены, это 98% выполненных работ. Вот. И как обычно, покажу вам каждую комнату, расскажу все те работы, которые были выполнены. Начнем с первой комнаты, это ресепшн первый. Это гостевой ресепшн, где хозяева этого дома будут встречать гостей, и они будут ожидать их, когда их пригласят в следующую комнату. Значит, объем работ, который был сделан, выполнен, я уже рассказывал в предыдущих видео, но повторюсь, значит, это выполнена декоративная штукатурка, выполнены потолки навесные, сделаны новые, полностью вся система кондиционеров установлена новая, электрика, сантехника, подогрев полов, вот, и, в принципе, навесные вот эти карнизы. Мы их также покрасили в такой золотистый цвет, поэтому выглядит все, мне кажется, очень гармонично. Двери также, как и в прошлом видео рассказывали, эти все двери были сделаны под заказ нашей компанией и покрашены уже на объекте. Здесь установили светильники, точнее, выключатели для светильников. Это у нас подогрев полов и контролирует кондиционер. Пойдемте теперь дальше. Значит, в этой комнате мы не снимали старую плитку, мы ее пол только почистили, отшлифовали, достигнули вот максимального такого результата. Она вроде бы практически как новая, но все равно старый вот такой камень, и в него уже въелся грибок, и она немного такого желтоватого цвета. Значит, стены у нас здесь в декоративной штукатурке. В принципе, весь граунд-флор у нас декоративная штукатурка. Второй этаж, там обои есть. Значит, декоративная штукатурка такая ненавязчивая. У нее такой, как такой цвет желтоватый, сероватый оттенок. Вот. Теперь проходим, где хозяева этого дома будут уже проводить время, смотреть телевизор, отдыхать. Опять же, все работы были выполнены одинаковые, как и в других комнатах. Это декоративная штукатурка, навесные потолки, кондиционер, электрика, карнизы. И карнизы мы красим в такой золотой оттенок. Получается очень красиво. Красим только цветочки на этом карнизе. Еще была идея покрасить квадратики, но мне кажется, это будет уже чересчур. Хочу обратить внимание вот на вот эти окна. Эти окна у нас заказывали в Польше. Это наша компания поставляла эти окна. Можно сказать, это двери, но мы их называем окнами, потому что выглядят как такие большие окна. Здесь также двери. Открываются в эту наружную часть. Все это привезли из Польши. В Англии, если это закупать, гораздо дороже. Из Польши прям там доставка идет 2 дня, но заказ выполняется 6 месяцев, но по стоимости гораздо дешевле заказывать в Польше. Здесь еще хотел показать вам небольшую комнату. Это для таких подсобное помещение, где можно хранить там все, что не нужно в ресепшн, можно здесь хранить. Здесь вот мы наклеили обои и, в принципе, сделали все то же самое, что и в предыдущих комнатах. Это покраска, карнизы, электрика, теплый пол, установка ковров, двери, наличники. Все это было сделано, в принципе, во всех комнатах одинаково. Сейчас мы пройдем в бар. Это та зона у нас, та комната перед бассейном. Я ее показывал в самом первом видео. Оно прям было в таком разрушенном состоянии. Вообще не было понятно, что из этого можно сделать. Но получился вот такой красивый бар, где хозяева могут отдыхать перед бассейном, наслаждаться напитками, проводить время, слушать музыку, общаться. Компания, которая вставляла вот эту барную стойку, называется Smallbone. Это английская компания.
Они находятся прямо в самом центре Лондона. У них хороший шоу-рум, если кому интересно. Я потом оставлю детали, можно будет посетить шоу-рум. Значит, они поставляют полностью мрамор, столешницу, вот эти полочки, также вот эти все шкафчики, холодильники. Вот. И все это собирается нашей компанией. То есть мы выполняли установку, просто заказчик покупает у них проект, они рисуют ему, они ему утверждают, и после этого делают поставку, а мы это на объекте собираем. Мне кажется, красиво получилось. Здесь вот эти все нарезные такие элементные вставки, очень красиво все выглядит. И сейчас перейдем в бассейн. Мы потом повставляем видео, как было до этого, потому что будет интересно заказчику посмотреть, как было и как стало. Вот. Здесь до этого были две спальни. И сейчас получился такой большой шикарный бассейн. Мы его долго копали. На протяжении 6 месяцев вывозили этот весь грунт. Вот. И получился вот такой у нас шикарный большой бассейн. Глубина 1,80 м, длина 15 метров. В бассейне, в принципе, тоже одинаковые работы были выполнены, как и в других комнатах. Это стены, декоративная штукатурка, это навесной потолок. Звездное небо сделали, такое, как в Роллс-Ройсе прям будет. Вот. И, соответственно, установили плитку, выкопали этот бассейн, установили плитку. Установили там плитку. Сейчас занимаемся тем, что устанавливаем фонтан. Вот. И в понедельник или во вторник уже будем заниматься наполнением водой этого бассейна, тестирование. И со следующей недели уже заказчик готов заезжать. Сейчас идут финальные работы по чистке. Здесь еще нужно повесить светильники. Опять же, вот все окна, которые здесь, это были привезены из Польши. Очень хорошие прочные окна, они противоударные окна, то есть их не просто разломать. Заказчику очень важно, чтобы в дом нельзя было проникнуть, и просто молоточком это не разбить. Давайте покажу вам сам бассейн, потому что интересно потом вставить, как было и как сейчас получилось. В бассейне вот установлена мозаика. Глубина бассейна, как говорил, 1,80 м. Вот, достаточно такой большой просторный бассейн. Здесь это подсветка в бассейне тоже. Все работы по подключению бассейна, по водоснабжению, это все выполняла наша компания. Поэтому для тех, кому интересно будет установить бассейн в своем доме, или это внутренний, либо наружный, можете смело обращаться к нам. У нас уже достаточно большой опыт в этом деле, поэтому мы вам с удовольствием поможем. Последняя здесь комната – это переодевалка. Душевая, мы из нее потом сделаем сауну, влажная сауна будет. Здесь еще ведутся работы. Здесь остается нам установить плитку, мозаику и поставить шауэр-скрин. И заказчик захотел уже в самом конце установить парогенератор, чтобы здесь был пар теплый. Вот, заказали его, он сейчас придет, установим. И уже будет здесь полностью завершено. Переходим теперь в dining room. Как и показывал в предыдущих видео, убрали здесь эту стенку, сделали такой проход, чтобы было у нас возможность из кухни переносить блюда сюда, кушать, здесь смотреть телевизор, здесь будет готовка. Мы сделали такой sliding doors, выдвижную такую дверь. Вот. И получается, работа, которую мы здесь выполняли, это работа со стенами, потолки, подогрев полов, радиаторы. В принципе, все то же самое. И получилось, мне кажется, очень хорошо. Здесь продолжаем еще красить карнизы в золотой такой, золотистый цвет, цветочки, вот эти элементы. Ну и, в принципе, остальные работы все завершены. Сейчас перейдем в кухню. Кухня у нас также была заказана в компании Small Bon. Они находятся в центре Лондона, прямо напротив Harrods магазин. Все, что вы видите, это все выполнялось нашей компанией. То есть установка этого камня, установка этих шкафчиков,
установка плиты, газовой плиты, электрической плиты, все вот эти печи. Плитка очень хорошо получилась. Заказчиков я очень часто приглашаю, и они обращают внимание, насколько швы ровные. Вот, вроде бы везде все ровно, плитка сходится, и везде одинаковый уровень. Здесь еще хочу показать такой вот шкафчик раздвижной, тоже выполнен нашей компанией. Установка именно. Поставка была Smallbone компанией. Наша компания занималась установкой. Вот такой вот мрамор в шкафчике. Очень красиво смотрится, темный мрамор. Кому будет интересно, я просто поделюсь контактами. Вот, ребята вроде бы профессионально подходят к своему делу, и результат очень хороший. Цены не сильно высокие. Получается у них красиво. Так. Для тех, кому интересно joinery, по-английски это называется, то мы вот все joinery также делаем самостоятельно. То есть у нас есть столярный цех, вот эти вот двери, наличники, двери такой высоты. Для нас это вообще без проблем это все сделать, вот с такими узорами, вырезами такими. Покрасить их прямо на объекте, мы их красим, устанавливаем. Так, здесь у нас мы заменили эту плитку, потому что она была совсем старенькая. Не удалось здесь вообще ее почистить. Пришлось ставить новую, но с цветом мы угадали. Она такая темно-черная, если так говорят. Такой контраст между кухней, белый, черный. Вот опять же, вот идеальные швы, переход. Вообще ничего не чувствуешь, все ровно. Везде подогрев полов идет. Здесь он электрический, к сожалению. Заказчик в последнюю очередь принял решение установить теплый пол, поэтому уже было поздно делать водяные полы теплые, поэтому пришлось электрические ставить. Надеюсь, что счета за электричество здесь будут не сильно высокими. Как-то, наверное, будет он их использовать. Обогрев полов частично, не во всем доме сразу же. Вот, потому что здесь обогрева очень много. Просто хозяева с южных стран, они привыкли, когда тепло в доме. Вот. Здесь есть кондиционер, который дает тепло. Здесь есть батареи, которые обогревают. И еще установлен теплый пол. Так, здесь у нас просто вот туалет, умывальник. В принципе, здесь только поменяли двери. Установили радиатор, плитка. Такие работы были выполнены. И сейчас переходим на второй этаж по английским меркам это first floor. Значит, поднимаемся по лестнице. В предыдущих видео эта лестница была упакована, здесь ничего не было видно, соответственно, мы ее сняли, ковры отполировали, этот пол, вот получился красивый такой мрамор, практически как новый. Заказчик сказал, зачем его менять, давайте оставим, потому что этот дом прям 80-х годов. И мрамор, соответственно, тоже очень старый, но он очень красиво выглядит. Прям сейчас, наверное, есть такие варианты, но все равно он в хорошем состоянии очень. Значит, здесь декоративная штукатурка на всех стенах. Установлен вот wall lights сенсорные. Вот, покрасили вот эти старые балюстрады, они такого цвета получились. Сейчас буду показывать вам спальни. То есть, опять же, в спальнях мы выполнили очень много работы, то есть добавили везде туалеты, ванные комнаты, душевые. Все это было выполнено нашей компанией, поэтому давайте начнем тогда с его спальни, с хозяина, со спальни хозяина. В прошлых видео, наверное, вспомнили, что вот здесь вот мы добавили ванную, туалет, душевую. Вот. Здесь клеили обои. Хозяин не захотел здесь декоративной штукатурки. Клеили обои, клеили вот эти вот карнизы. Ну, опять же, потолки, кондиционеры, электрика, теплый пол, ковер. Все эти работы были выполнены. Единственное, что красили окна без замены, только поменяли
стекло. Заказчик не захотел полностью менять окна. Получились вот такие вот шикарные, красивые окна. Единственное, вот заменили еще вот эти все фитингс. Новые стоят. Давайте покажу теперь вам ванну. Значит, ванна получилась вот такого красивого цвета. Вот все, что видите, в принципе, можете судить. Объем работ, который был выполнен, качество работ. Заказчики, которые приходили сюда уже с других объектов, они очень обращают внимание на вот вырез плитки этих углов под 45 градусов. Делают, наверное, в Англии, но мало кто такого качества. Ну вот все швы, весь силикон, все аккуратненько стоит. Вот. Сложность была в том, что эти слабы, они цельным куском идут. Если вы обратите внимание, это прям целая стена, это один большой слаб. Трехметровый такой. Вот. И он очень тонкий, 12 миллиметров, и очень тяжело резать для того, чтобы его не задеть никак, чтобы не треснуло или там, как-то поцарапать. Поэтому достаточно профессионально нужно подходить к этому делу. Ну и здесь также вот это все приходит одним большим камнем, это все вырезается, обшивается, и получается вот такой красивый умывальник. Вот мы перешли в комнату хозяйки. В предыдущих видео вы помните, как здесь все было в таком разрушенном состоянии. Здесь мы снимали потолок, устанавливали металлоконструкцию, чтобы достраивать второй этаж. Все, что видите, в принципе, выполнено нашей компанией. Опять же, это подогрев полов, установка плинтуса, радиаторы, работа со стенами, потолки, покраска. Вот. И теперь перейдем в комнату детскую. Здесь эту дверь мы также вставили, ее не было. Это она, задумка такая, что хозяйка будет присматривать за своими детьми. У нее здесь дверь и здесь дверь. Эта дверь вот специально сделана в детскую. Ну, детская оформлена именно в стиле таких розовых оттенков. Ну, опять же, повторяться не буду, объем работ был выполнен одинаковый. Значит, работа со стенами, полы. И здесь у нас получилась такая ванна. Ох, какая батарея горячая. Хорошо. Значит, в этой комнате мы поменяли только умывальники, поменяли эти шкафчики. Вот, почистили весь старый камень, потому что заказчик захотел его оставить. Вот, унитаз новый, двери, биде, радиаторы. Все это вот наша работа. И вот здесь вот такой красивый смеситель установили. Опять же, золотых таких оттенков. Вот, поменяли здесь стекло. Да, кстати, и ванну тоже заменили. Старая стояла ванна, мы ее вытащили и поставили новую. Получилось, мне кажется, все практически как новая ванна. Некоторые приходят и даже не замечают, что это старая была ванна, а получилась новая. Так, и перейдем сейчас в гостевую спальню. Здесь у нас спальня для гостей. Она самая простая, попроще. Здесь у нас получилась такая ванна. Так, ванна та же самая работа. Старая плитка стояла, мы ее просто почистили и все вот смесители, раковина, туалет и все это поставили новое. И выглядит прямо как новая ванна. И сейчас покажу вам последнюю комнату. Это комната для персонала. Вот я вспомнил, что в прошлом видео вообще мы находились на такой ранней стадии, где устанавливали только подогрев полов. А сейчас уже вот прошло столько времени и снимаем прям завершенный объект. Вот. Давайте покажу вам ванну. Здесь небольшой переход такой, ступенька. Потому что, говорю, заказчик захотел теплые полы уже на поздней стадии. Поэтому, если бы раньше сказал, то было бы прям в один уровень. Теплый пол немножко поднял полы и стала такая ступенька небольшая. Так, ну и здесь получается все то же самое.
во всех ваннах, в принципе, старых ваннах были одинаковые работы выполнены. Переходим в кинотеатр. Он у нас расположен на втором этаже. Сейчас покажу вам лестницу, которую мы сделали, такую винтовую. До этого здесь, в самом первом видео я вам показывал эту комнату. Она выглядела просто ужасно. Чердак обычный. Здесь такая небольшая кухня. Свет дергается, потому что электрики еще не до конца настроили подачу электрики, электричество. Поэтому здесь будет небольшая кухня, где ребята могут выходить. Там вода, какие-то сэндвичи, холодильник. Вот. Вот эту лестницу мы сами собирали. Опять же, наша компания может изготовить на заказ. Потом просто остается купить паркетную такую доску и красиво так установить. До этого была здесь металлическая лестница ужасная. Мы ее вынесли. Мы поднялись уже в кинотеатр. Значит, до этого здесь был чердак, как и говорил. Здесь очень много было работ выполнено. Мы убирали крышу полностью, ставили металл, и потом это дело все укрепляли, утепляли, и получился вот достаточно высокий потолок. Говорил в прошлом видео, что установили все окна, скайлайты, то есть открыли, чтобы было больше света. Заказчик пришел, говорит, очень светло получилось. Сейчас необходимо будет заказать электрические такие шторки. Здесь еще работы ведутся, потому что заказчик не до конца еще определился с этой частью. Может, он здесь хочет какие-то себе шкафчики дополнительные поставить. Поэтому как определиться, будем делать. Ну и здесь вот открывается красивый вид на сад. Вот отсюда классный вид получается. Установили вот искусственный газон. Очень хорошо смотрится. Живой газон сюда не установить на террасу. Он будет расти, его неудобно косить. Поэтому решили сделать вот такой искусственный. Вот, и добавили на этом этаже ванную комнату с туалетом и с душевой. Давайте покажу. Все ровненько, все швы, вся плитка аккуратно установлена. Замечаний у заказчика нет. Очень ему понравились работы, которые выполнены нами. Даже не ожидал, что будет настолько все профессионально выполнено. Друзья, теперь перейдем на улицу. Покажу, какие работы мы выполнили на улице, во дворе. Значит, хочу показать вам вот этот фонтан. Компания Chilston поставляет такие фонтаны. Ну, они только поставляют, у них можно заказать, они привезут. А все подключение, установку, бассейн, все это должны вы сами делать. Поэтому, кому будет интересно, обратитесь к нам, мы вам выполним работы по фонтанам. Здесь вот прям этот фонтан вписывается в общую картину, и получилось очень красиво. Еще остается нам посадить здесь вокруг цветочки красного цвета. Заказчик захотел, и будет вообще прям как на картинке. Вот. Хочу показать вот этот пейвинг. Также был выполнен нашей компанией достаточно быстро. Здесь идет подложка, асфальт и вот уже финишный слой. Водопроницаемый полностью, вода не задерживается, когда идет дождь. Пейвинг всегда сухой. Вот. И вы можете выбрать любой цвет. У них очень много, у поставщика очень много разные варианты цветов. Поэтому у нас получился вот такой немного красноватый, смешанный с песочным таким цветом, чтобы было вместе гармонично с домом. Вот. Ну, установили эти все бортики, сделали эти все клумбы, наружное вот это освещение. Все это было выполнено. Добавить еще хотел, что установили все видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения стоят, сигнализация, свет наружный, покрашены все столбы, покрашен весь фасад здания. Переходим, значит, в сад. Вот, очень много красивых растений посадили. Обязательно гортензии, потому что гортензии в этой стране очень себя хорошо чувствуют зимой и летом. Вот. В прошлом видео не было вот этой перголы. Полностью ее выполнили под заказ. Остается здесь только ее покрасить в другой цвет, более темно.
получится отличное место для шашлыков. Можно здесь отдыхать также, потому что в бассейн открываются двери все. Можно покупаться в бассейне и здесь наслаждаться природой, уединившись под вот этой вот красивой перголой. Так, пойдемте в эту часть, я вам покажу необычный такой фонтан. Компания, которая занимается фонтанами, называется David Harbour. Если кому интересно, я смогу вас познакомить с ними. Они занимаются только фонтанами. Вот. Единственное, что время изготовления занимает 6 месяцев. Они все делают ручную работу, все самостоятельно, под заказ. Все это выкрашивают, собирают и потом привозят. А заказчик уже должен заняться соединениями, подачей воды, вот, и оформить вокруг фонтана брусчаткой, цветами, клумбами. Так, ну вот завершили вот эту вот стенку. В прошлом видео, мне кажется, ее не было в таком виде. То есть ее покрасили, вставили вот такой декоративный камень, освещение подвели, установили вот эти лавочки. И, как вы видите, вот отсюда прям шикарный вид, когда все зеленое, установлен газон. Мы его покосили 2 дня назад, он уже отрос. Не так прям красиво выглядит, как на гольф-полях. Но все равно такой вид у него аккуратный. Газон очень агрессивный, нужно косить 2 раза в неделю. Он прям свежий, цвет у него такой зеленый, насыщенный такой, ярко-зеленый. Вот. Пойдемте покажу теперь работы в саду. Здесь вот установили газон, уложили, установили полив, завершили работы со всей брусчаткой, с каменной брусчаткой. Вот. Также установлен полив, весь газон поливается, это очень важно. И остается нам только завершить вот установку лавочек и запустить здесь также будет такой фонтан. Заказчик очень любит фонтаны, и когда он увидел тот, он захотел еще один и решил установить в той части сада. Так что теперь у нас будет 4 фонтана на данном объекте. Все растения уже посажены. Сад приобрел такой красивый вид. Обязательно газон. Вот фруктовые деревья, березки. И получилась такая вот дорожка из коры. В принципе, я думал, что не очень хорошее решение, лучше установить сюда какую-то брусчатку, но получился такой стиль, как в парке где-то, то есть натуральный стиль. Такая кора, я думал, она будет просто разлетаться, но вот когда установили вот этот бортик металлический, то в принципе она все время здесь находится. Установлено все вот освещение в саду. Здесь очень много света ночью, здесь прям полностью подсвечиваются все деревья. И заказчик еще захотел, чтобы были установлены дополнительные фонари. То есть мы будем устанавливать на деревья, они будут срабатывать на движение. И вот это то самое место, где мы установим еще 4-й фонтан по счету на этом объекте. Это будет также шар из компании David Harbour. Подготовили подачу воды, слив, фундамент. Нам остается только дождаться 4 месяца. После этого мы установим этот шар красивый, и здесь будет фонтан. Идея такая, что заказчик будет здесь проводить время на этой сцене, как мы назвали ее среди наших ребят, что это получилась какая-то прям сцена. И вот здесь становится мебель наружная, и будем устанавливать фонтан, и прям вот звук воды, пение птиц, природа, прям идеально получилось. И вот посмотрите, как вот какой вид открылся с этой точки на этот сад. Прошлое видео мы начинали прям с данной точки, и здесь еще все было в таком коричневом оттенке. Сейчас уже прям зеленый такой, зеленая роща получилась с березами. Друзья, ну вот, в принципе, и подошло к концу очередное наше видео. Рассказал, показал каждую комнату. Повторюсь, что работы заняли на данном объекте 12 месяцев. Мы планировали 8, получилось 12, что не так уж и плохо, потому что те работы, которые были добавлены экстра, они были
грандиозными работами. Это не просто там перекрасить цвет стен. Вот. Ну и за счет этого, в принципе, заказчик очень доволен остался нашим результатом. Вот. Через неделю у нас плановое заселение. То есть сейчас, как вы видели, осталось совсем чуть-чуть. И хочу напомнить вам, для тех, кому будет интересно строительные работы в Лондоне, это новострой, новое строительство, полностью ремонт капитальный, садовые работы. Всегда можете обратиться к нам по телефонам, которые будут указаны в конце видео, по имейлу или посетить наши сайты. Будем рады знакомству, будем рады встретиться, обсудить ваш объем. И, наверное, на этом все. Будем заканчивать. Хочу поблагодарить всех, кто посмотрел это видео, за ваше терпение, что смотрели его до конца. И надеюсь на сотрудничество. Всем пока!